ワンピースは実在する。Всем привет! С вами Факмета, и в сегодняшнем видео я поговорю о медалях. Как их сделать на 9 звезд, как делать цветные медали, какие сеты медали лучше поставить, виды медалей и так далее. Итак, начнем с того, что в игре существует три вида медалей. Обычные, ивентовые и цветные, которые по сути есть обычные, но вся разница в том, что они цветные. Логично. Про то, как получить обычные ивентовые медали, я думаю, нет смысла объяснять, ибо это совсем очевидно, но уточню одно, что ивентовые медали, к примеру, Луфи с Дрессрозой, его уже нельзя получить, никакие ивентовые медали, в принципе, уже нельзя крафтить, они были в свое время. Что насчет цветных медалей? Цветную медаль можно скрафтить из трех фрагментов. Один фрагмент можно получить в конце сезона, попав в топ 500 на определенном персонаже, то есть за три сезона вы получаете одну цветную медаль. Так, следующий момент — это как сделать медаль на 9 звезд. Это вообще легко, но возможно меня посмотрят новички, ведь в основном для них это видео сделано. Так что я поясню. Так, что нам понадобится? Значит, первый способ. В крафте вам нужно на трех ее степах, назовем так, выбить трехзвездочный трейд. К примеру, 14% атаки, либо 18% дефа, либо 18% хп. Тут, думаю, все ясно. Второй способ — это сделать трансфер трейд медали. Что это значит? Это значит, что вы выбираете нужную вам медаль и трейд, который вы хотите поменять. Затем выбираете другую такую же медаль и нажимаете трансфер трейд. Шанс выпадения на трех трейдах 33%. Если с первого раза вам не упало то, что нужно, вы можете попытать удачу еще раз. Но за гемы. Сначала это будет стоить 1 гем, потом 2 гема, 3, 4 и 5. Дам вам совет, если вы крафтите медаль, к примеру, ивентовую, вам на второй степ упало 3 звезды, да, то дальше не апайте ее. Пусть у вас останется 2 степа открытых, третий пусть будет закрыт. И когда вы будете делать трансфер трейд, то у вас будет шанс гораздо больше выбить то, что вам нужно. То есть там будет 50 на 50. Третий способ — это сделать трансфер трейд с помощью специальных медалек. К примеру, есть медаль на 160 атаки, либо же на 14% атаки, либо на 14% хп, 17 хп, ну и так далее. Я думаю, тут понятно. Также есть медальки, которые дают статы только к персонажам определенных тегов. К примеру, пираты Мугивары, либо же пираты Большой Мамочки, либо семья Дон Кихота. Я думаю, тут все ясно. Вы одеваете медаль только на персонажа с определенным тегом. Ну а теперь самый часто задаваемый вопрос, а какую медаль поставить на того или иного персонажа. Я, если честно, затрудняюсь сразу ответить на данный вопрос, когда меня спрашивают, например, на стриме. В общем, я вам постараюсь об этом рассказать, но лучше вы, как всегда, зайдите в ВК, как я обычно говорю. Там полно просто всяких вариаций сетов, там все подробно объяснено. Я ссылку оставлю в описании, вы зайдите, почитайте. Давайте возьмем самый популярный, самый лучший сет на атакеров, это трио Дрессроза Луфи. Последний Луфи у меня 2 звезды, к сожалению, но я его взял чисто для того, чтобы вам показать. Почему этот сет так хорош? Потому что, сами можете увидеть, тут полно тегов, и они все трио эффекты. На захват флага, на КД скиллов 1 и 2 20%, на увеличение урона на флагах. То есть этот сет вообще очень-очень популярный и очень хороший. Если у вас есть возможность, то крафтите его, конечно. По поводу статов, какие статы качать медалям. Если вы, например, ставите на атакера, то, понятное дело, нужно качать атаку и хп, либо же атаку и деф. В принципе, разница не очень большая. Но если у персонажа, например, упор больше на хп, то качайте хп. Если деф, то деф. Так, следующий сет — это, получается, Фуджитора, Сахарок и Каразм. Есть другой вариант этого сета. Вместо Фуджиторы ставится Буффало, потому что он недавно вышел, и он стал, ну, лучше, чем Фуджитора по тегам. Если у вас нету Буффало, то ставите, очевидно, Фуджитору. Если у вас нету Сахарка, можете ставить Сенгоку. Этот сет на уменьшение входящего урона. Собираете его на деф и на хп. Либо можете и на урон, в принципе, ставить. Но лучше, конечно, деф-хп. Я вам покажу, какие у меня сеты есть. Вот, к примеру,
сет с двумя катакури и большой мамочкой. Я назвал этот сет на Суги Кинга, потому что у меня стоит пират и мугивар и зеленый элемент. А Суги Кинг зеленый, соответственно. Это сет на увеличение урона, плюс захват флага и там КД скиллов. Этот сет у меня получается на раннеров. Он тоже довольно популярный. Тут на захват флага, когда у вас ХП больше 80%, ой, то есть 70%. Довольно популярный сет. Так, ниже у меня идут всякие разные сеты. Вот этот сет самый тоже популярный. Ну ладно, самый, говорю, это Луфи, но это тоже очень популярный сет. Трио Хэнкок. Они мне не вкачаны, но я к этому стремлюсь. Тут тоже много тегов на увеличение урона. Сет довольно популярный, как я уже сказал. Так что, если у вас есть возможность, крафтите его. В общем, я быстренько покажу, какие сеты у меня тут присутствуют вообще. Вот на сабу у меня написан сет, да. Есть гораздо лучшие вариации этого сета, но я поставил его так, как у меня больше ничего нету. Что у нас тут есть? Кику, получается, когда крит срабатывает, отхил идет. У Кинга, когда вас атакует, он кдэш первый скилл со 100% вероятностью на 2%. Ну и Иза тоже, когда крит, получается, он сбрасывает КД. Хотел еще выделить один сет на очень большой КД скиллов, то есть сбрасывание КД скиллов. Там написано 20%, когда трио эффект, плюс 4% от каждой атаки и еще 10% на флаге. Если я не ошибаюсь, то есть еще вариация с медалькой Квина обычного, вроде не ивентового, обычного. Но это я уже точно сказать не могу. Но вы можете зайти, собственно, в этот альбом. Тут полно сетов, как я уже много раз сказал. Ну и давайте напоследок покажу вам лайфхак с сетами медалей для саппортов. Раньше этим не пользовался, но увидел у англоязычного ютубера этот прикол. В общем, вы заполняете пустые слоты сетов медалями, которые вы не будете использовать. У новичков, скорее всего, не получится, так как у них будет мало 9-звездочных медалей, но у тех, у кого аккаунт получше, думаю, там найдутся. В общем, вы ставите полным-полно 9-звездочных медалей, у которых, к примеру, там теги на крит, либо на еще какую-то дресню, которую вы точно не будете использовать. Но главное, чтобы медали были 9 уровня. Это самое важное для саппорта. Так что пользуйтесь, это довольно удобно, нежели по одной медальке постоянно перетягивать. Так, ну вроде бы я все уже сказал, что хотел. Больше мне добавить особо нечего. Заходите в группу, считайте медали. Всем спасибо за просмотр и всем пока.